Итак, последний финал сегодняшнего дня. Булавы. Открывает его Анна Бессонова. Затем Элизабет Пайсиева. Илона Осидовская, Ирина Чащина, Елена Ткаченко, Алина Кабаева, Тамара Ерофеева и в завершении Симона Пейчева. Так, почти как на тренировке, только успела отдышаться после одного упражнения, сразу же поменяла предмет и вышла во второй раз. Все, закончила свое выступление на чемпионате мира Анна Бессонова. Все удачно. $9,225 выставили за исполнение. Сложности насчитали на 8,4. Ждем бригаду, которая выставляет оценки за артистичность. Но сложность, вот вы видите, 8,4, тогда как сборная России всякий раз набирает обязательно 9 и еще вдобавок какие-то десятые. 77, артистичность 25-325. Почему-то совсем немного.